Ребята из кадетского класса подготовили показательные выступления по всем направлениям, которые они изучали в школе вне уроков. В течение года они активно занимались строевой подготовкой, боевыми единоборствами и бальными танцами, изучали этикет кадетов. У нас сегодня замечательный день. Ребята отучились первый год в этом классе, спасатели. И мы подводим сегодня итоги, чего мы достигли. Самое главное, очень хорошо отнестись к этому вопросу родители, ведь без родительской помощи у нас такого бы класса не было. Мне они помогают и морально, и материально. И со всеми просьбами я обращаюсь к ним. А ребят, скажу одно, очень подтянуло. Ведь кадетская форма не только это ношение формы, а ведь форма, она подтягивает, она составляет выправку держать, вести себя совсем по-другому. То есть ребенок совсем другой. Очень большой плюс в воспитательной работе, я считаю, вот создание таких классов. Как прошло в начале года посвящение в кадеты, своими впечатлениями поделились ребята. Немножко было сначала страшно, а потом постепенно было легче и уже привычно к этому всему. Для чего тебе это? Защищать родину свою. В зале присутствовали почетные гости. Ветеран боевых действий, участник событий на острове Даманский Петр Андреевич Николаев. Командир отделения пожарно-спасательной части 23 Андрей Владимирович Ромашов. Начальник курсов ГОЧС и Еременко Дарья Александровна. Все они поздравили и пожелали кадетам расти достойными людьми и не забывать свою малую родину. Директор школы вручила благодарственные письма родителям за оказание помощи в организации работы кадетского класса и почетные грамоты лучшим кадетам. Кадет, как людям сказку каждый день дарите это. Желаем ребятам до 9 класса нести гордо на своих плечах кадетскую форму и радовать своими победами родителей и учителей. Яна Кубрушко, Олег Кузьмичев, телеканал Амурск.